Позвонить? Показываем маленькие новшества. Звони. Он еще не забрался на стул. Где он? Привет. Привет, ты нам двери откроешь? Да. Спасибо. В общем, вот так вот, друзья. Появились у нас не только розеточки, спасибо, выключатели, но и свет комфортный. А это уже светится? Да, должна. А, вот. Она еще меняет. Вот она. Она еще меняет. Счастье. Свет. Да, меняет свет. А немножко тепленько становится. А я только хотела сказать, что уже не такой дубак. Как наша печка будет? Что смотреть? Уже немножко начинает это. Это она гудит, да? Ага. А ну тут темно, она будет. Ну, все равно, как... ну звук, в принципе, снять, да? Ну, в принципе, она не сильно. Ну, тихо. Видишь, тут меню. Видишь, наружу температура 3-6 градусов на улице. Раум температур 21. Должна быть потом, ну, вот, как он мне говорил, меню. Да ладно, не надо это сейчас посмотреть. А, надо держать, чтобы можно было пользоваться. Теперь меню, информация, раум температура 21. Просто тихо звук. Ну, в принципе, не так-то и шумно. Ну? А если двери будут закрыты, я думаю, нет. А я вообще подумала, что это на улице что-то. Ну, еще люфт на самом деле не работает. Слушай, а запашок-то появляется? Ну, смотри, как туда дверь цепляется. Да тут темно, ну смысл снимать-то. Сейчас, сынок. А, вот так это открывается. Дверь. Вот так, опа. Это днем надо будет смотреть сейчас. Как, опа. Темно. Эй, еще больше звука. Нет. Тут фильтры. А, ну ладно. Видишь? Пошли мы, опа, снимем, как внутри. Теперь это. Чего? Да, я знаю, сынок, это рабочий. Сходите кто-нибудь это. Я вот тут. Вынься наверх, там, а как мы, эта пленка снята. Ну и что, мы сейчас пленку просто снимем и все. Давайте, кто-нибудь позвонит, а я сниму. Или я сниму, и вы позвоните. Нань, давай уже. Тимон, иди звони. До конца снимать? Нет. Покажем, как работает. На телефон, да? Пук. Надо держать, если ты хочешь отвечать, нужно держать палец. Ага, кто там? Это я, Тимка. Открой видно дверь. Ага. Соседний дом видно с забором. Следить будем. Смотри, как свет отображается на улице. Хопа. Вот так вот. Уже зашел? Короче, у нас дети самую замечательную вещь в доме нашли. Это именно домофон. Да. Ну? Да. Теперь с ним можем поиграть. Папа, иди на улицу и позвони. Мама хочет лампы на улице снять еще, которые папа повешал. Да, мы сейчас лампы покажем еще, какие мы лампы. Как они светятся. Потому что их интересно именно в темноте смотреть. Все, иду. И свет битый. Вот. Такие, папа, лампы нам понавешал. Вот прям фонари мы красивые, купили уличные. Да. Ну. Подсвечивают. Ха-ха, интересно, как. Ну, и один фонарь на той стороне горит. Это ж сколько счастья у ребенка. Да резеточки не надо трогать. Ну, на. А второй? А второй тут включается у нас гестоцимер. Угу. Получается, вечерком можно посидеть с кухни. Ой, с эсцимер туда выйти. Тут-то можно посидеть, и там уже будет светло. Не так уж и темно будет. Он чуть-чуть земли как привез. Да там же темно, как тебе снимать это? Ее ж не видно вообще будет. Надо засыпать кабеля. Там же закрыто, куда лезешь? Тимоня, давай с этой стороны пошли. А так, теперь у нас даже на улице есть свет. Мама, а вы двери бить? Эдуард, хватит. Мама, а о, смотри!
Я же говорю, пари дома, потому что чувствуется сейчас. Видишь, как запотело все. Оно сейчас пол начал прогреваться и все запарило. Или проветрить лучше сейчас? Не знаю. Сейчас. Ну, пол, в принципе, еще холодный. Ну да, пол холодный, но проветрим сейчас. Короче, сегодня включили печку, но сказали, температуру почувствуем только завтра. Потому что весь бетон вот этот, он промерз, промерз, да. И теперь пока он нагреется, определенное время нужно. Хотя, слушай, в Хайсраум уже что-то начинается. Уже прям бетон вообще не такой... О, вот здесь вообще классно. Вот здесь именно у нас возле Хайсраум, где, видать, она гнать начинает сначала здесь. Так, вот это биты мне не трогать. Вот это лавка, видно, смотри, папик! Что? Где он? Это ж крындец, смотри, раковина, он как стояла, Тимошка сейчас ее отпустил, смотри, сколько воды. Смотри. А-а-а. Она запотела. Мы кухню нашу не успели заклеить, она будет такая же. Интересно. Потому что здесь вот потрогай, здесь пол уже греется. Он уже не ледяной. Это сейчас все, вот это вот все, что стоит, оно все из-под низа сейчас будет у нас потеть. Поэтому мы сейчас это все проветрим. Да. Ну да, где дверь наверху, открой на верхнем этаже, подожди только. Хотя я думаю на второй этаж, потому что здесь вот даже стоишь, чувствуется как будто что-то это, температурка только такая. Только большие двери открой там. Только балкон, Антюр! Здесь вот нет. А вот туда к Хайсраум подходишь, видать, оттуда быстрее гнать начинает. С той стороны. Ну, скорее всего, тепло же туда войдет. Ну, там вот теплее. Вот. А здесь тоже пол, в принципе, он не ледяной, друзья, но уже вот чувствуется, что уже что-то начинается. Да-да-да, потому что вчера мы заходили, пол прям вообще ледяной, реально был промерзший. Ноги мерзли, а сейчас нам неплохо. А смотри, полосы пошли по полу, где, видать, подсыхать начинает. Это будет нам это... А, ну правильно, смотри, она же так вот накручена и было как-то. Все. Видать, ну трубы. И видать, здесь сейчас самые эти трубы накручены, видишь, ну, да, пошли точно, вон белые вижу, полосы да. По полу. Точно? Да, я что-то не обратил внимания. Нам надо вот этот путь с краской убрать. Да, сынок. Сейчас я иду. Я вот тебе говорю, где трубы лежат, о. Видишь, как были, и она сразу видно, что просохшая. Я. Ой. Это везде, где у нас что-то стоит, вот эти сырые места остаются. Ой, бедная кухня. Не, ну я сверху все окна открыл. Хорошо, пускай проветривается, да. Сейчас мы уберем курс. Так, а если это сейчас подвинуть, тоже будет? Смотри, реально, везде. Ну, эти, там под низом целлофан, там ничего не будет. А сверху? Она же чувствуется поверху тоже уже? Что поверху? Ну, температурка-то все равно уже начинает чувствоваться. Вот, в общем, вот так вот. Смотрите, везде, где шланги пропущены, вот этот специальный, этот хайцунг по полу. Везде на рафалит, это, на улице? Эти места уже просыхают у нас. Наверное. Или посмотрим, в принципе, сейчас. Подумаем. А если нам на ночь на бок окна оставить? Не-не, он сказал, надо закрывать, чтобы температура так нам писала. А, она ага. Не нагреет нам же температуру. Понятно. И? Слышите, гудеть вот так постоянно будет. А где Тимка? Он просто вверх пошел. Так, чуть-чуть приберем. О, ничего себе, прям сегодня сколько накапало. Ну-ка, под ведром. Тож там нет. Нет. Вдох тоже что-то есть, видишь. Воды нету, а ну да, мокро. Потери. Все равно он все мокрый, ну. Хорошо, так по этому там все равно этот воздух должен циркулировать.
Ну, должен, там клеенка, в принципе, самое главное, чтобы кухня, шкафчики. Надо просто приподнять наверх. Чтобы не позацепляла. Как это сверху выглядит. Ну, так мы лампу прикрепили. Папа, ну, ванной то, что снимала, да, как у нас лампочки мут? Включателя. Опа. Смотри, как они тухнут, интересно. У нас цивилизация. Ну, как они тухнут, интересно. Опа, кругляшок светился, потом потух. Ну, а в камере темно. Алло. Ну? Что за баловство? Ну? Так. Потолочный свет. Ну, пока. Да ну, ман, ну. Ну, пока так выглядит. Пока будем первым этажом заниматься. Ну, чтобы переехать в дом. Какой-то гвоздь. Там, кстати, спрашивали за стены, что так вот замазано уже первый этаж. Это уже только белить их? Нет, тут уже мы будем сами эти путь наносить. На первом этаже. Ну, это еще сначала, это сейчас все за... Ну, на первый этаж у нас практически везде будет штукатурка же. Если картину будем вешать. Ну, мы посмотрим, там он... Не, ну сейчас просто она там за это... За как это называется? Зашпаклевано. Зашпаклевано, да. Сверху же еще грунт наносится какой-то. Грунтирует, ну? Ну. Кварц. Да, кварц. Грунтирует. Который заказывал, ну. И потом уже сверху потом дальше. Потом только, да, потом путь. Нам еще посмотрим. Может, будем красить просто стены, да? Да, наверное. Краску можно будет в путь намешать. Мама, и можно будет так же... Стой, стой. Это какой-то маркер. Ну, или бы звездку лучше краску добавим. А путь такой. Он же не побеленный получается. Ну, там, походу, видно будет, но... Ну. А здесь я сверху. Дети сами повыбирают обои, ну? Какие хотят. Ну, да, кстати, я тоже читал. Ну, там, по-моему, этот... Флисы мы сами не будем ложить.